Проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. В этом году за счет федерального бюджета запланировано привить 55% от общей численности населения, что на 7% больше, чем в прошлом году. Согласно заявке, в республику уже поступило 133 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и детей. Первый этап вакцинации, согласно плану, должен завершиться 1 октября. До 1 ноября должны быть привиты все, кто по каким-либо причинам не получил прививку до планового периода. Особое внимание будет уделено больным из так называемой группы риска. Бесплатной вакцинации против гриппа и ОРВИ подлежат дети до 17 лет, беременные женщины, работники отраслей здравоохранения, образования, студенты, призывники, лица старше 60 лет и больные с хроническими патологиями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 сентября зарегистрирован 401 случай ОРВИ. Это ниже порогового значения. Госпитализировано 53 больных. «Засветись, стань заметней на дороге». С таким лозунгом дорожные полицейские провели акцию в 4-й школе Кызыла. Фликеры, а если быть точнее, светоотражающие наклейки, особенно актуальны в нашем регионе, где в зимнее время года ко всему прибавляется еще и смог. Как показывает статистика, осенью наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ввиду того, что день у нас укорачивается, рано темнеет, и поэтому мы хотим сегодня этой акции призвать родителей, чтобы они сделали своих детей заметными на дороге во избежание дорожно-транспортных происшествий. Также в рамках акции «Юные инспекторы движения» школы подарили первоклашкам светоотражающие наклейки и рассказали об основных правилах дорожного движения. Акция продолжилась на улице. Школьники информировали родителей и детей о детском дорожно-транспортном травматизме. Здравствуйте, мы сегодня проводим акцию «Засветись». Вот, раздаем такие памятки. Здесь написано, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения, попадали в ДТП. Хорошо. Руслан Ховалых – юный инспектор движения. Он со своими одноклассниками регулярно осуществляет проверку наличия маршрутов безопасного движения в дневниках учащихся начальной школы. Учат первоклашек основным правилам поведения на дорогах. Мы следим, чтобы у каждого были эти светоотражающие элементы, и мы следим, чтобы никто не перебегал дорогу в неположенном месте. Чем больше светоотражающих наклеек, тем лучше, говорят сотрудники госавтоинспекции, ведь зачастую они спасают жизнь. Птицефабрика Енисейска в Туве признана банкротом. Об этом пишет информационное агентство СИБ-Новости. Арбитражный суд Тувы признал банкротом предприятие. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, заявление в суд подала абаканская ООО «Евросем», являющаяся кредитором птицефабрики. Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 17,5 миллионов рублей. В решении арбитража говорится о введении конкурсного производства. Отчет о ходе конкурсного производства арбитражный суд Тувы рассмотрит 28 февраля следующего года. О курсах валют. Доллар и евро вновь прибавили в цене. Американская валюта на сегодняшний день стоит 57 рублей 67 копеек, а цена европейской составляет 69 рублей 10 копеек. Большое поступление утеплителей «Изовер» в Кызыле. Официальный партнер – магазин «Ошеан». «Изовер» обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт, экономит теплоэнергию и водостойкая. Московская, 24. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семенов. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Samsung с диагональю 80 сантиметров всего за 13 990 рублей. RBT.ru. Надо тебе чехол для планшета связать. Не можешь проснуться? Тогда заходи к нам. Новая кофейня «Бодрый день» даст мощный заряд энергии и хорошего настроения на весь день всем неспящим. Хочешь бонус? Закажи один стакан любого кофе и получи второй в подарок. Вау! Спеши к нам! Акция действует до 16 сентября 2017 года. Здание бизнес-центра гостиницы «Кызыл». Бодрого дня! Нужны деньги? Приходите к нам! Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Уютный дом предлагает большой ассортимент пластиковых панелей, потолочные, настенные, разнообразные цвета и рисунки. Они стильно и современно смотрятся в любой комнате. Айона Курседи, 54.
Один человек погиб в ДТП, которое произошло 13 сентября на дороге Кызыл-Чербе. По предварительным данным, водитель газа допустил опрокидывание. В результате аварии погибла пассажирка, а водитель скрылся. Госавтоинспекция просит всех, кто что-либо знает о случившемся или месте нахождения виновника ДТП, позвонить по телефонам, которые на экране. Анонимность гарантируется. Госкомоходнадзор Тувы подвел промежуточные итоги своей деятельности за 8 месяцев текущего года. Так, за январь-август инспекторами ведомства в ходе оперативно-рейдовых мероприятий было выявлено около 400 административных правонарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Это несоблюдение правил охоты и рыболовства. Совсем недавно у нас кончилось уголовное дело по факту незаконной охоты добычей двух особей косули в Тандынском районе. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за деятельным раскаянием. Нарушители в добровольном порядке возместили ущерб, причиненный охотничьим ресурсам. Также у них были изъяты орудия и транспортные средства, использованные при совершении преступления. Сегодня площадь общедоступных угодий в Туве более 17 миллионов гектаров. Как показала статистика, наиболее излюбленными местами охоты браконьеров стали Пихемский, Толжинский и Кахемский районы. Выявлены факты незаконной добычи 10 особей сибирской косули, 2 зайцев и 1 глухаря. Изъято 29 единиц огнестрельного оружия, из них 19 нарезных стволов. Как отмечают специалисты Госкомоходнадзора, в настоящий момент ведется работа по переизданию Красной книги республики. Министерством природных ресурсов, как органом, уполномоченным на ведение Красной книги, ведется работа по переизданию Красной книги Республики Тыва. Вот. Что могу отметить, что имеются как положительные тенденции, связанные с тем, чтобы некоторые виды животных и растений исключить из Красной книги Республики Тыва, так и имеются основания для включения некоторых из видов в Красную книгу, наоборот, Республики Тыва. Вот. Ну, положительные тенденции у нас имеются по численности и устойчивому росту численности северного оленя лесного подвида, что дает нам предпосылки для возможного исключения из Красной книги. Впереди у инспекторов Тувы много работы. Начался осенне-зимний, самый продолжительный сезон охоты. Поэтому работа по выявлению фактов незаконной охоты и других нарушений природоохранного законодательства, а также охрана объектов животного мира, будет проводиться в усиленном режиме. Также в приоритете Госкомоходнадзора Тувы работа по созданию охотничьих хозяйств на территории республики. В рамках цикла просветительских лекций Национального музея Тувы «Колесо знаний» прошла встреча с почетным гражданином Кызыла Иваном Хураган. Мастер спорта СССР по самбо, дзюдо и вольной борьбе, двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, судья международной категории, рассказал о роли семьи в патриотическом воспитании детей. По его словам, именно в семье зарождается чувство патриотизма. Ценности, заложенные в детстве, формируют гражданско-патриотические чувства. Также в своем выступлении Иван Хураган рассказал, что бороться и побеждать можно в любом возрасте. Нужно только искренне этого желать и усиленно тренироваться. В предстоящие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность без осадков. Ночью минус 1 плюс 1, днем плюс 15 плюс 17 градусов. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне погода облачная. Температура воздуха утром плюс 6 градусов, днем плюс 10. На Полке, а также в Танзыбее облачно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 10 градусов, днем плюс 11. По всей трассе проезд удовлетворительный.